Нынешняя весна не то, что прошлогодняя. Тогда, помнится, начала припекать уже с конца марта. Вторая неделя нынешнего апреля принесла ветер, дождь и мелкий снег. Тем самым установился так называемый бескунак. Резкое похолодание в начале апреля после теплых дней. Такая погода, как правило, характерна для севера и запада Казахстана. Мы ожидаем завтра без осадков. Ночью, возможно, небольшие осадки по северо-востоку области. Ветер будет северных направлений 9-14, по области у нас, по городу 5-10 метров в секунду. И температурный фон ночью составит 0,5 мороза, днем 5-10 тепла, по югу до 13 тепла. Правда, сами синоптики, как правило, никакой бескунак не признают. Их главная задача – считывать информацию и делиться ею с населением. Поэтому, даже если это и не входит в их задачи, но напоминают, в частности, дачникам сейчас надо позаботиться о рассаде. Делаются советы остальному населению. Весенняя погода самая обманчивая, поэтому спешить сбрасывать теплую одежду не стоит. Сами актюбинцы, те, кто уже упаковал теплые куртки, похоже, уже жалеют о своем поступке. Погода что-то неустойчивая, неважная. Такое. Весна не совсем хорошая. Апрель не как обычный апрель. То оттепель до 30, а то похолодание до 7-8 градусов. Обратно одели сапоги, пальто. Будет хорошо, если сап пойдем. Весна должна быть весной, зима зимой, лето летом и так далее. В этом году зима, как мне кажется, не была малоснежной. Пусть будет побольше влаги, ведь от этого зависит урожайность. Что касается теплой погоды, то она окончательно установится в субботу. Столбики термометров в конце недели поползут вверх и будут указывать плюс 20 градусов по Цельсию. Акмарал Майкузова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».